Сегодня, 24 июля 2021 года, умер продюсер и организатор музыкальных концертов, один из основателей «Ласкового мая», «Руки вверх», «Кармен» и «Револьверс» Алексей Мускатин. Об этом сообщил продюсер Андрей Разин на своей странице в Инстаграм. Он выразил искренние соболезнования родным и близким продюсера. По словам Андрея Разина, именно благодаря Алексею Мускатину была создана группа «Ласковый май», и все артисты находили у него поддержку. Андрей Разин сообщил, что знакомые оказывали помощь продюсеру, но он не смог справиться с заболеванием. Алексею Мускатину было 59 лет. Он являлся одним из основателей коллективов «Ласковый май», «Кармен», «Руки вверх», «Револьверс», «Динамит», а также был директором таких артистов, как Сергей Челобанов и Ирина Салтыкова. По данным Пятого канала, за время своей работы Алексей Мускатин организовал более 10 тысяч концертных выступлений на территории России и за рубежом. С ним работали Владимир Высоцкий, группы «Аракс», «Воскресенье», «Високосное лето», «Аквариум», Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и другие музыканты.